Здравствуйте. С вами рядом Андрей Ракицкий. Устройтесь удобно. Расслабьтесь. И слушайте мой голос. Какое-то время вы можете смотреть на экран монитора. А когда почувствуете сонливость, просто закройте глаза. Сейчас мысленно повторите за мной установки крепкого, здорового сна, восстанавливающего жизненную энергию. Я хочу спать спокойным, здоровым сном. Я очень хочу обрести способность спокойно спать в течение всего времени, когда я отдыхаю. Я хочу засыпать быстро и спать крепко, спокойно, с того момента, как я кладу голову на подушку и закрываю глаза. До тех пор, пока не придет время просыпаться. И когда я проснусь, я хочу чувствовать себя гораздо более отдохнувшим и счастливым от того, что спал так спокойно и глубоко. Я использую сон, чтобы восстановить свою жизненную энергию. Я сплю всю ночь глубоко, крепко, спокойно. Позвольте этим установкам, словно эхо, следовать по вашему подсознанию. Пусть они погрузятся в самую глубокую часть вашего внутреннего «я» и станут вашей реальностью. Хорошо. Теперь сосредоточьте внимание на своем дыхании. Не старайтесь управлять дыханием. Позвольте себе расслабиться и внутренне успокоиться. Вам не нужно настраивать себя на какой-то конкретный результат. Например, на мгновенное засыпание или необходимую данной конкретной ситуации продолжительность сна. Не нужно напрягать свою волю или держать все под контролем, чтобы все получилось как надо. Ваш организм все сделает сам. Исходя из установки крепкого, здорового сна, восстанавливающего жизненную энергию, которая уже зафиксировано в вашем подсознании и работе. Просто наблюдайте за своим дыханием, расслабляйтесь и получайте от этого удовольствие. Если вам ничего не мешает, попробуйте дышать через нос. Носовое дыхание улучшает кровообращение, повышает уровень кислорода в крови, замедляет частоту дыхания и увеличивает общий объем легких. Именно такой тип дыхания позволяет вашему организму
и в первую очередь вашей нервной системе, полноценно отдыхает. Позволяет восстанавливаться жизненной энергией во время сна. Когда вы дышите носом, ваше дыхание становится мягким, размеренным, спокойным. Почувствуйте это. Обратите внимание на то, что вдыхаемый воздух кажется легким и прохладным. Он беспрепятственно и практически бесшумно наполняет ваши легкие на вдохе. И также тихо и беспрепятственно освобождает их на выдохе. Воздух входит в ваши легкие и выходит, чистый и прохладный, мягкий и легкий. Спокойно дышать так приятно и так естественно. Почувствуйте это. Мысленно скажите себе, что вы хотите всегда засыпать с таким дыханием и сохранять его на протяжении всего сна. Пусть ваше подсознание начнет воспринимать свободное, спокойное дыхание как желаемое вами в течение всего времени, пока вы спите. Теперь, продолжая фокусироваться на своем спокойном, свободном дыхании, позвольте себе погрузиться в состояние расслабления как можно глубже. Расслабьте мышцы ног, ступни. Пусть расслабление будет как можно более глубоким. Почувствуйте, как ваши ноги становятся все более и более тяжелыми, мягкими, неподвижными, будто бы безвольными. Теперь позвольте расслаблению распространиться по вашему туловищу. Позвольте расслабиться своей груди, своему животу. Пусть расслабятся ваши плечи. Позвольте расслаблению распространиться по вашим рукам. От плечевых суставов до кончиков пальцев. Почувствуйте, как расслабляются кисти ваших рук. Запястья. Предплечье, плечи, ваши руки стали тяжелыми, мягкими, будто бы безвольными, полностью расслабленными.
Теперь позвольте расслабиться своей шее, лицу. Обратите внимание на то, как расслабляются ваши щеки, ваши губы, веки, лоб. Лицо спокойное и расслаблено. Все ваше тело расслабилось. Лень двигаться, лень даже шевелиться. Вы просто наслаждаетесь этим чувством полного расслабления. Обратите внимание, как быстро и с какой легкостью вы смогли полноценно расслабиться. Это получилось так просто, так естественно. Расслабившись физически, вы продолжаете расслабляться и психологически. Все ближе и ближе, приближаясь к границе сна. Думая о сне и о том, насколько легко и свободно вам дышится, вы погружаетесь в состояние приятной дремы, легкой приятной отрешенности. Безразличие ко всему. Ваше внимание рассеивается. Вы словно отдаляетесь от реальности. Но несмотря на это, ваше подсознание автоматически поддерживает правильные алгоритмы работы организма, способствующие отдыху и ночному сну. Это происходит без вашего осознанного контроля или активного участия. Вы просто наслаждаетесь расслабленностью и спокойным, свободным дыханием. Мысленно повторите за мной формулу покоя. Мой разум спокоен и неподвижен. 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 Мое тело расслаблено, расслаблено, расслаблено. Сейчас каждая клеточка вашего организма отдыхает. Организм обновляет свои жизненные силы и энергию. Представьте себе луч чистой, светлой энергии, поступающий в ваше тело. Позвольте себе представить и почувствовать, как эта чистая, светлая, целебная энергия начинает питать ваше тело и ваш разум, укрепляя ваше здоровье и ваш дух. Почувствуйте тепло этой энергии. Пусть обновленная энергия
свободно течет по тонким каналам вашего тела, оздоравливая и обновляя все, с чем она соприкасается. Пусть эта жизненная энергия пополняется, накапливается, сохраняется в каждой клеточке вашего тела. Вы наполняетесь жизненной силой. И по мере того, как это происходит, энергетическое поле вокруг вашего тела становится очень сильным. Вы как будто сами излучаете эту энергию. И она ровным, спокойным светом наполняет окружающее вас пространство. Вы словно покоитесь в коконе света. Это ваше место силы. Место, где никто не будет вас беспокоить. Где никто не сможет навредить вам. Находясь в этом пространстве, вы надежно защищены и пребываете в полной абсолютной гармонии с миром, в котором живете. Сохранение этой гармонии не требует от вас никаких усилий. Просто расслабляйтесь все больше и больше. Состояние внутренней и внешней гармонии естественно по своей природе. Во время всего периода сна ваше подсознание будет помогать вам сохранять внутреннюю и внешнюю гармонию, восстанавливать жизненную энергию и сохранять ее в каждой клеточке вашего тела. Даже когда вы заснете крепко и глубоко, ваш организм продолжит сохранять это тихое, спокойное состояние, в котором вы пребываете сейчас. Ваше подсознание знает, что и как сделать, чтобы позволить вам спать глубоко, крепко, спокойно в течение всей ночи, всего периода, когда вы отдыхаете. Это будет работать автоматически, с огромным запасом надежности. Сейчас, когда вы достигли точки очень глубокого расслабления, ваш организм работает абсолютно правильно. Исправляются все ошибки и неточности. Все идет хорошо. С каждым вдохом вы все глубже и глубже погружаетесь в сон. Ваш сон здоров. Ваш сон глубокий. Ваш сон крепкий.
ваш сон приносит вам отдых и полное восстановление жизненной энергии. Спите глубже. Thank you.